Генеральный спонсор рубрики Wellness-студия Slim Club. Slim Club. Секрет стройности красивых дам. Последние несколько дней стали самым настоящим испытанием для кунгурских коммунальщиков. Снега выпало немало. Но если говорить о чистке дорог, скажу как автомобилист. Претензий нет. Чего нельзя сказать о площади Победы. Тем более, что сегодня День Героя. И возлагать венок ветеранам боевых действий пришлось на заснеженной площади. Беспорядок. Не убирают, не следят. Стоило почистить, все перебраться. Почему площадь оказалась не готова к празднику, наверняка сказать не могу. Но мелочь это, так или иначе, неправильная. Мне кажется, летом этого года мы были возле дома по улице Луговая, 31А. Рассказывал я тогда о огневом крыльце, по которому ходили местные жители. Оказавшись здесь сегодня, мы были приятно удивлены, ведь здесь появилось новое крыльцо. Сейчас вообще нормально, а то эти все мы падали. У меня и дочь, это даже ее в больницу увозили, и я ходила, вот такая нога была. А сейчас вроде нормально. И вправду есть за что похвалить управляющую компанию. Единственное, у жильцов осталось такое небольшое пожелание. Дополнительная мелочь в виде перил с левой стороны. Обратите внимание, как приходится спускаться и подниматься на этой остановке возле Дворца культуры «Мечта». Ступени скорее напоминают горку, нежели то место, по которому можно безопасно пройти. Плохо, чистить надо. Выходные особенно нельзя было пройти по дорогам. И выходные дни тоже надо чистить дороги. Ну вот, вроде бы это самая настоящая мелочь. Но из-за этой мелочи, особенно пожилым людям, приходится на остановку подниматься совсем в другом месте, в том, которое для этого, в принципе, не приспособлено. И частично выходить на проезжую часть. А это небезопасно.